διαδίου δύναμε κοινήν. Έφυξα. Что? Когда это случилось? Хвала богам, ты выживший есть. В основном... Природа таит много опасностей. Нужно сп... Хорошо. Спасибо. Охотничьи угодья. Говорят, они выс... Ты знаешь, что... Сложно сказать. Сколько людей есть? Выжил, судя по всему, только один, но... Пойду искать. Ποιος εμπεπερθέσει. Это все, что осталось от отряда. Умоляю, спаси меня! Спасибо! Спасибо! Я обязан тебе жизнью! Скорее, убей эту тварь, пока не поздно! Нет сил. Нужно доставить голова его кружится, пока он не истек кровью. Что? Когда это случилось? Сегодня он... Как наш больной? Он выживет. Если? Он чудовище, работорговец. Настолько жестокий, что люди увечат сами себя, лишь бы он их не купил. Если вылечу его, зверство продолжится. А если дам умереть, спасу рабов от страданий и боли. Ты должен лечить Люк. Спасти его мой долг. Но... Что, если освоб... Да, я спасу его.
Конечно, я... Спасибо, Олег. Где он держит? Однажды мне довелось... На охотников час? Нет, а... Поспешу. Вижу его. Вижу его. Нужно поговорить с ней. Тебя послали сами Мойры. Спасибо тебе.
Спасибо за помощь. Это чудовище Галей забил бы нас до смерти. Теперь я могу вернуться домой.
меня! Я ищу... Стендер? Малакас! Я хочу помочь, болван! После Мегариды и того, что ты сделал... Царь Спарты, Архидам, прислал меня помочь тебе одержать победу! Не очень-то он в меня верит. Раз посылает в помощь наемника! Боги прислали тебя мне в наказание? Будь я божья кара, ты был бы уже мертв. Тогда зачем ты здесь? Я так скучал по своему новому брату, что примчался, как только царь приказал. Малака, если б не ты, волк давно бы закончил войну. От тебя одни несчастья. Что делает армия Спарты в Биотии? Мы осаждали Афины, но Клеон сумел нас одолеть. Возьмем Биотию, ослабим его позиции. Я должен был заменить волка. Я не мог бросить людей. Я тут по делу. Что происходит? Все хорошо. Нам досаждают местные бунтовщики, но мы справимся. Благодари богов, что я пришел на помощь. Ты еще жив только потому, что того хочет царь. Ты не союзник, ты инструмент. Так приказывай. Ты все равно не справишься. Рискни. На стороне афинян сражаются 4 великих бойца. Аристей, Дианира, Нисея и Дракон. Попробуй их убить, а я посмотрю. Будь уверен, я справлюсь. Ладно, я разыщу этих людей и убью. Сомневаюсь, что все будет так просто. Но приятно видеть, что ты следуешь приказам. Где мне искать этих могучих воинов? Мне известно лишь о двоих. Лазутчики донесли, что Аристей занял крепость Гла. А Нисею недавно видели в лесу к востоку от Фиф.
Я думал, биотийцы всех ненавидят. Зачем им союз с афинами? И Спарта, и Афины их враги. Но афины первыми успели заключить с ними временный союз. Чем они так прославились? Это же просто четверо бойцов против армии Спарты. У Спарты есть армия. У Биотии легенды. Они символ того, каким было это место. Чем быстрее я все сделаю, тем быстрее захватим Биотию. Это тут. Костер тлеет, еда еще горячая. Нисея должна быть рядом. Следы оставил зверь. Они ведут из лагеря на север. Thank you.
хижина Нисеи. Похоже, городу она предпочитает тишину леса. Здесь рыщет сильный охотник. Рабы свободны. Его состояние улучшил. Не знаю, смогу ли я заст... Рабы сбежали, и ему больше некого мучить. Убив его, я окажусь таким же подлецом. Не забудь рассказать ему. Только боги решают жить человек. Ты спас многих от путешествий. А чума? Весь мой опыт и знания оказались бессильны против нее. Я пойду.
Уже люди! Хара, незнакомец, нужно что-нибудь? Является ли жестокость основой природы? Лучше воевать, чем размышлять. О, ладно. На смену сильным лидерам приходят подлецы. Ты просишь убить афинского командира. Я знал, к кому. Тебе сегодня везет. Славный араб. Рад помочь. Thank you.
Волки свирепые твари. Выпущу им кишки. Надеюсь, для Хайк хватит этих кишок. Зевсом. Зевсом клянусь. Меня б задрали, если... Тебе повезло. Очень рад нашему знакомству. Я Алексиус. Здравствуй. А ты выглядишь так, будто очень много прочитал. Я не герой, это правда. У меня есть микенская табличка. Допустим. Микенцы известны. И как же? Драгоценностями. Как можно отказать? Нас с тобой свела воля богов, чтобы мы путешествовали вместе. А боги, говорят, не прочь пошутить над людьми. Встреча с тобой – огромная удача. Приятно слышать. Так ты копаешься в свитках? Нет. Ну, не только. И в грязи тоже. Ты что, землекоп? Я изучаю историю. Порой я нахожу в земле настоящие чудеса древности. Не хочу тебя расстраивать, но черепки — это не чудеса. Я посвятил раскопкам всю жизнь. Это гораздо важнее сокровищ. Неужели? Да, гораздо. Знания о прошлом откроют нам будущее. Что за манера говорить загадками? Многим нет дела до прошлого. Они мечтают лишь стащить что-нибудь ценой в пару драхм. Представляешь? С большим трудом. Прошлое для них попросту источник сокровищ. Что ж, ты упоминал богатство. Найти руины с реликвиями непросто. Эту гробницу я отыскал совсем не сразу. Расскажи мне о ней. В ней проводили особые обряды. Говорят, что-то делали сами боги. Да, они любят вмешиваться в жизнь смертных. Задумайся, мистик. Каково это обладать помощью богов? Хороший воин не нуждается в поддержке олимпийцев. Да, да. Но представь, что там можно найти. Что-то, наделенное силой богов? Вот. Теперь тебе интересно? Да, еще как. Кто это? Назад. Будто околдованный. Не ожидал такого. Это как-то связано с... С микенцами? Ладно,
Стой! Возьми часть стелы. Там могут быть похожие знаки. Печальное зрелище. Даже ослов порой хоронит побогаче. А ведь сюда подойдет часть стелы. Это неожиданно. А это сложнее, чем я думал. Это уже лучше. Так что у нас тут? Это статуя воина. Те же знаки, что и на стеле. Эпи должен это увидеть. Мы там, где нужно. Но, увы, гробницу уже разграбили. Там был только этот доспех.
Это не просто доспех. Хм, доспех и правда. Хм, у меня... Допустим, нам это поможет. Если я найду подсказку... Я тебе помогу. Отлично! Мне нужно... Не ожидал, что это окажется ключом в прямом смысле. А что случится, если все будут на месте? Я могу начать расшифровывать текст прямо сейчас. Ты прочитал? Тут написано «богов». Правда? А ведь ты недавно и с волками не мог справиться. Это в прошлом. Думаю, тебе нужна вся Стелла. Да, конечно. Если верить надписям, Стеллу разделили на части умышленно. Интересно, зачем же ее разделили? Какая разница? Все равно найдем. Ведь ты поможешь найти остальные? Конечно. Куда идти? Здесь написано, что Стелла... лучше ты, чем я. Я боюсь воды. Осмотри руины Арне. Почему те люди собрались у входа в пещеру? Здесь упоминаются боги. Какие-то боги? Доспех принадлежал воину из... Да, вопрос. Значит, знаки на... Микенский. Мне пора идти. Сегодня. Проваливай. Thank you.
Вот и ты. Я пропустил бой. Отец. Алексиос, зачем ты здесь? Чтобы убить его. Ты бы легко его победил. Но я рад, что мы снова встретились. Не ожидал встретить тебя вновь. Что ты здесь делаешь? Ты заставил меня понять, что я давно лишился чести. Загладить вину перед тобой я не в силах, но выполнить обещанное Стентеру могу. Меньше всего ожидал встретить тебя здесь. Груз ответственности, что я взвалил на Стентера, слишком велик. Я не могу его покинуть. Как мило. Убив этих воинов, мы ослабим Афинин и пошатнем боевой дух восставших. И ты решил помочь Стентеру? Что ж, хорошо. Пришло время позаботиться о тех, кто мне дорог. Верно. Как ты изменился? Я всегда был таким. Просто тебя не было рядом. Изменить прошлое я не в силах, но могу помочь тому, кто во мне нуждается. Стентеру нужно многое узнать. Жаль, что ты не помог мне в Спарте. Но сейчас ты нужен Стентеру, хоть он и не хочет этого признавать. Стентер твой ребенок, так же, как и я. Ты можешь помочь ему. Помогу. Все-таки я рад, что встретил его. Серьезно. Прощай, Алексиос из Спарты.
Приятность. О, нет.